Ужасные бои. Волонтер срочно просит помочь ВСУ в Бахмуте. Военным в Бахмуте, где сейчас идут ожесточенные бои, срочно нужны прицелы. Срочный сбор средств объявила известный волонтер Наталья Юсупова на Facebook. Как помочь защитникам? Бахмут. Ужасные бои. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону, срочно еще два прицела, 83 тысячи 27 тысячи есть.

Комнаталия, Вытвицкая. Кстати, военные показали мощный удар по россиянам на бахмутском направлении.